Совсем недавно Bentley выпустила финальный экземпляр седана Mulsanne. Флагман британской марки продержался на рынке больше 10 лет. Теперь за старшего остался молодой седан Flying Spur. И чтобы летящая шпора отвечала всем стандартам топовой модели, британцам пришлось ввести несколько важных вещей. Первое и главное – четырехместный салон. На заднем ряду появилась пара индивидуальных кресел с полным набором регулировок и массивной консолью посередине, где есть подстаканники и зарядники. Для управления задним климат-контролем пассажирам предложены нетрадиционные крутилки, а модный 5-дюймовый сенсорный дисплей. В списке опций появились несколько занятных позиций. Это раскладные столики, для управления которыми предусмотрен электропривод, а также подогрев подлокотников. Вдобавок можно заказать обивку задних сидений полуанилиновой кожей. У рулевого колеса сменился дизайн, а встроенный в обод датчик следит, чтобы водитель держал руки на баранке. Новые варианты отделки интерьера плюс расширенный набор колесных дисков и решеток радиатора – это малый джентльменский набор при любом рестайлинге. И, конечно, колеровщики внесли несколько свежих цветов кузова. Напомним, что технически новый Flying Spur – это платформа MSB, то есть перекроенная на британский манер Panamera. У Bentley те же восьмиступенчатый преселектив, подруливающие задние колеса, муфта подключения передка и 48-вольтовая электросистема. Компания Rolls-Royce заинтриговала эксклюзивной версией двухдверки Raid. Такая машина — целый квест, отдельные загадки которого запрятаны буквально повсюду. Так, первая подсказка расположена на капоте, в основании статуэтки — дух экстаза. Остальные стоит искать внутри машины, на подголовниках, передней панели и обивках. Впрочем, для непосвященных созерцателей таинственные символы выглядят как стильные элементы декора, напоминающие морзянку, и не более того. Ответ на главную загадку известен лишь главному исполнительному директору компании Rolls-Royce и дизайнеру марки. Конверт с разгадкой упрятан внутри сейфа главы компании. Всего свет увидит лишь 50 загадочных купе Rolls-Royce Raid Cryptos. Цены объявят позже, но вряд ли это волнует потенциальных покупателей.